раньше такого было. Молодой хирург из Октанырского района в 10-й поликлинике Казани трудится 3 года. После его прихода дефицит с этой специальностью был исчерпан. В целом же по городу нужны порядка 200 врачей. Тогда удастся решить вопрос с очередями и нервной обстановкой в коридорах медучреждений. Участковые педиатры, участковые терапевты, фтизиатры, пульмонологи, гематологи. Таких специалистов не хватает. И если в казанских медучреждениях укомплектованность хорошая, то, конечно, в районах республики наблюдается острый дефицит. Проблему помогают решить грантовые программы. Студенты приходят по целевой, а специалистов из других регионов привлекают средствами на обустройство жилья. Только по программе грантов у нас прибыло в 2017 году 4 врача, и так в 2016 тоже 4 врача. Эльвира Шакурова из поселка Джалиль поступила по целевой программе. Половину суммы за обучение оплачивает район. После окончания вуза она должна 3 года отработать в родном Сармановском районе. Но потом Эльвира все же хочет спасать жизни в столице республики. Все-таки это мой родной дом, мне бы хотелось там работать. Но так как здесь более престижные поликлиники, здесь больше опыта я могу набраться, поэтому я хочу работать в Казани. Не только о количестве, но и о качестве думают в вузе и в Министерстве здравоохранения. Сегодня в стенах университета стартовал 2-дневный всероссийский форум. Врач сегодня должен быть дипломатом, психологом, педагогом одновременно, уверены эксперты. Только такие специалисты востребованы в современном глобальном обществе. Нужны специалисты, которые умеют на современном уровне вести диагностику, лечение, и, что очень важно, взаимодействовать с больным, с его родственником, со страховыми компаниями. Вот в современных условиях врач – это человек, который должен уметь и вести коммуникации. В год Казанский вуз выпускает 700 человек. Из них каждый четвертый – это житель другого региона, много иностранных студентов. Есть врачи профицитных специальностей – гинекологи, косметологи, стоматологи. При этом стоит отметить, дефицит узких специалистов все-таки с годами уменьшается. И по прогнозам экспертов, через 5 лет вопрос будет практически закрыт. Альбина Аслагараева, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань.